Здравствуйте, это канал PS12 Preview. И сегодня мы поговорим снова о программе Adobe Premiere Pro, о том, как настроить внешний вид Adobe Premiere и как изменить свойства самого проекта. Зачем нам нужно менять вообще свойства проекта? Дело в том, что если нам вдруг повезло так, что у нас есть видео с двух разных источников, например, с разных видов камер, или вот как у меня есть захват с рабочего стола, который 1280 на 1024, и, к примеру, видео снятое на зеркальный фотоаппарат 1920 на 1080. Мы оба этих видео добавим в Premiere, и когда мы перетягиваем сюда, на таймлинию, то наш проект автоматически становится с размером 1280 на 1024. Вот. Но дело в том, что другое видео у нас имеет размер 1920 на 1080. Вот. Вот так вот. Отображаться оно будет вот так в такой картинке. А в итоге нам нужно получить, к примеру, 1920 на 1080 Full HD разрешение. Что же делать? В принципе, нужно изменить проект. Как его можно легко изменить? Можно просто навести на картинку вашего проекта, нажать «Изменить» и, в принципе, выставить нужные параметры. Но, как по мне, при вот таком вот окне Premiere, вот мне лично неудобно так менять. Почему? Я работаю в Premiere еще со второй версии, Adobe Premiere Pro 2.0. Ну, так постепенно, третья, четвертая, пятая версия. С пятой версии они начали менять окно на это. Но я делаю его обычно таким, как оно было привычно для меня. Почему? Потому что доступ до элементов меню лично для меня более удобный. Вот смотрите. Здесь у нас находится проект, куда перетаскивать. И вот эффекты. То есть перетаскиваем файл сюда на таймлинии и добавляем эффект. Все на одном окне, неудобно. Все время нужно переключаться. Поэтому почему бы не перетянуть файлы с проектами вот сюда. Вот. А чтобы их было нормально видно, почему бы не сделать их списком? Вверху показывает ваше видео. Вот. Зачем их делать здесь? Ну, это кому как удобней. Но главное, что у нас появился здесь видно сам проект. Вот файл проекта, который мы сейчас и будем менять. Также, смотрите, вкладка эффекты. Перетягиваем ее наперед. Вот. И теперь эффекты удобные. Удобно нам перетаскивать видео сверху вниз. Ну, тут эффекты. Мы не делаем лишних движений. Вот. По центру элементы управления эффектами, то есть нашим видео. Здесь можно тоже, то есть менять там точки ключевые. Ну и опять же наш экранчик. Итак, вернемся к изменению нашего проекта. Сделаем его 1920 на 1080. Итак, нажимаем правой кнопкой, нажимаем настройка эпизода. И как вы видите, наш проект 1280 на 1024. Нам это не подходит. Меняем. Вписываем 1920 по горизонтали на 1080 по вертикали. Разрешение поменялось 16 на 9. Оставляем квадратные пиксели. Оставляем прогрессивную развертку. Меняем количество кадров на то, которым мы сняли. Вот, в моем случае 25. Вот. Выбираем частоту звука 48 кГц или 44, как вам удобнее, больше не стоит. Изображение предпросмотра оставляем в принципе старым, без цветовой коррекции. Также можно просто выбрать профиль из имеющихся. Вот. Но я все выставляю вручную. Так, смотрите, нажимаем ОК. Нас предупреждают о том, что если мы сделали какие-то изменения в проекте, то превью удалятся. Превью — это предварительно прорендеренные файлы. Но так как мы их не делали, то просто нажимаем ОК, и видите, наша картинка меняется. Второй кусок встал на полный экран, и картинка поменялась. Вот. Также можно перетянуть вот эту вот панель с инструментами. Вправо. Вот. Подтягиваем. Все стало значительно, как по мне, удобней. Здесь вот звук.
здесь громкость меняется, здесь движение, прозрачность, непрозрачность, здесь эффекты. Вот, в принципе, такое меню меня устраивает. А главное, что мы смогли поменять теперь проект под 1920 на 1080. Теперь, когда мы нажимаем экспорт, то мы, у нас уже сразу стоит разрешение ширина 1920 на высоту 1080. Вот, в принципе, и все. Как можно поменять меню самого премьера, а также о том, как можно с легкостью поменять настройки проекта, если у вас источник, две разные камеры, а вы хотите получить в итоге один общий результат. Это очень быстро. Также советую вам поменять тайм-линию. Вот, единицы времени аудио. Тут они по секунду теперь. Вот. Теперь мы имеем картинку, ту, которую нам надо. Вот. На этом урок о том, как изменить внешний вид премьера, а также настроить свой проект, окончен. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. В следующем уроке поговорим об оптимизации Adobe Premiere.